Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Демиртаж. Здесь продается земельный участок для наших инвесторов и застройщиков. 60 соток. По-турецки 6 домен. 60 соток и 250 квадратных метров. Участок с видом на море, на горы. Сейчас посмотрите сами. Вот. Участок начинается с той стороны. Полностью. Здесь можно построить 9-этажку. Уже планировка готова. Также можно построить виллу, кто как хочет. Вот такой вид. Солнце, море, горы. Везде природа. Вид у вас здесь никогда не закроется, потому что все здания там внизу. Вот такой участок. Эту вышку хотят убрать в ту сторону. Подали заявку. Внизу будет вышка, так что, чтобы знали. Вот такой просторный участок. 6250 квадратных метров. Покажу и с этой стороны. Ой, чуть-чуть не оборвал штаны. Так, вот. Такой земельный участок. Внизу у нас будет дорога в будущем. Муниципалитет Алании, там, где вот эти деревья, до деревьев, это участок общий. Цена этого земельного участка 700 тысяч евро, дорогие зрители. Так что, кому интересен земельный участок, хотите построить там что-нибудь, можно построить 70-80 квартир в 9-этажном проекте. Расстояние отсюда до моря 800 метров максимум. Пляж здесь тоже хороший, песчаный до Демиртажа. Ну, этот район тоже развивается. В той стороне у нас дорога в сторону каньона Сапа-Дере. Так что с вами был Мачо из солнечной Алании. Всем пока-пока.